На этот цифровик непонятно, как снимать. Снимала, остановилась запись. Вообще непонятно. Ладно, друзья, пойдемте туда, смотрим. Вот на эту сторону. Я вам покажу, чтобы вы вспомнили, что я вам снимала. Государственный историк, мемориальный заповедник, родина Ленина. Вот, помните, я вам снимала, друзья? Я надеюсь, вы вспомнили. Ну а здесь внизу ничего нету. Там музей, ту всю улицу я вам тоже показывала. Я даже не знаю. Просто вниз, если вон туда идти, там ничего нету. Наверное, назад пойду. Друзья, может, кто еще смотрит, кто меня смотрит из Ульяновска, напишите хоть привет. Мне будет очень приятно. Ноги заплетаются. Ой, сегодня солнышко прям ярко как светит. Остановка дом Ленина. Что-то на цифровик снимаю, у меня рука так быстро встает вообще. Вроде не особо тяжелый, все равно. Это мы идем назад, друзья, кто понял. Одно и то же снимаю, только прошлись по этой улице, опять снимаю. Спасибо, кто пишет комментарии. Я все комментарии читаю, мне очень приятно. Ну все. Мы сюда опять пришли. Улица Комсомольская. А, переулок Комсомольский. Вот и все, друзья. Прогулялись. Это я иду к машине назад. Здесь есть просто подальше уходить, вот туда, вот идти вверх по этой улице, туда там, как центр. Там можно поснимать, а здесь нечего. Здесь дворы. Такие домики из красного кирпича. Магазин тоже вот такой. Опять одуванчики. Я и под ноги, как всегда, не смотрю. Ну все, друзья, я пришла к машине. Надеюсь, мне недолго сейчас сидеть, ждать. Всем пока, всем хорошего настроения, берегите себя.